Смотрите, какая пробка здоровая. Масло бежит. Так, ну что, парни, всем привет. Небольшой тазобудни. Хотел вам показать гараж. Вот так вот покрасил. Правда, еще двери не поставил. А так вот гараж почти готов. Здесь еще полочки будут, верстак. В общем, буду потихоньку обустраивать. Надо еще будет попробовать тачку загнать. Но это потом еще. Надо будет еще там заезд сделать, забор убрать. А так, в принципе, места много. Тут второе помещение. Здесь, наверное, буду тоже делать какой-нибудь склад. Может, гараж. Но здесь чисто так мастерская. Там чуть побольше помещения. Также надо электричество провести, проводку купить. Я не знаю, на потолок крепить плафоны или по бокам сделать эти прожекторы. В общем, подумаю еще. Так, вот наш пациент. Сегодня будем делать обслуживание. Надо будет посмотреть масло в коробке, а то воет эта коробка, как будто там волк сидит. Также надо в мосту посмотреть масло. Там что-то смотрел, запотевание, или так должно быть. Сейчас послушаем, как он работает. Так, вот сцепление выжимаю. Небольшой вой есть, а может, выжимной подшипник подходит к своему концу. Так, пока смотровой ямы нету, но я... Тут у меня вот такие два блока есть. Поставить их рядом на расстоянии где-то 1,5 метра. Здесь вот из кирпичей типа сделать заезд. Ну, не здесь буду стоять, может, там поставлю. И типа летняя смотровая яма. Там глушитель посмотреть, что-нибудь масло посмотреть. Такой временный вариант. Так, ладно, сейчас сделаем мини-эстакаду и будем загонять. Так, вот мини-эстакада. Я думаю, пойдет. Нам же главное масло посмотреть. Сейчас будем загонять. Заодно днище посмотрим. Ржавая, не ржавая. Тачка 82-го года. Так, здесь качается. Так, пробуем заезжать. Так, пороги. Ух, лонжероны какие длинные, смотрите. Усиленные. Прям до конца. Днище живое.
Да. Антикор уже кончился, а металл еще целый. Ну а чего она зимой толком и не ездит? Так, вот вижу тяга ручника. Надо ручник будет потом подтянуть. Нормальную эстакаду сделаю. Так. Вот здесь вот подкрасить надо. 3 в 1 антикор. Спросил просто. Так, с этой стороны вот тоже лонжероны идут на весь кузов. Вот видите, здесь на пазних москвичах там, по-моему, короткая база идет. Ну, короткая часть, а здесь вот на всю длину. Считаю, все усилено. Можно полтонны грузить. Так, вот здесь тоже днище целое. Пороги. Пороги помятые, но еще не дырявые. Так, а вон масло капает. Сальника, походу. Масло бежит. Так, рессоры сколько здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6 рессор. 6 рессор, нифига себе. Нормально так. Так. Вон этот пробка для проверки масла. Вот, вот она пробка. А вот слив. Вон масло бежит, значит там есть масло. А так здесь все запотело, конечно. Вот вам и машина. 82 года, днище целое. Правда, масло уже бежит со всех щелей. Ну а что, никто ее не обслуживал никогда. Ездили в колхозе. Так, в общем, съехал, днище посмотрели. Сейчас на ровной поверхности этот посмотрим масло в мосту. Может, оно вообще там кончилось? Да. О! Насколько здесь? Ну? Ни хера себе пробка, блин. На 30. Советский ключ. Нам в помощь. О, как-то легко пошло. Так, сейчас посмотрим масло. Что там у нас по уровню. Так, смотрите, какая пробка здоровая. Так. Да нет, есть масло. Даже какое-то оно чистенькое. Масло пахнет трансмиссионное, какое-то густое, наверное, специально. Так, ладно, масло есть. Интересно, какое там масло, если что подлить потом. Так. Блин, непривычно обычно шестигранники здесь. Или на 17, а здесь вообще на 30. Сейчас попробуем открутить пробку.
Вот она, пробочка. Так, вот пробочка. Ага, пошло. Так, пробку открутил. Сейчас попробуем. Пальчик туда засунем. Пока ничего не вижу. Немножко есть масло. Сейчас добавим. Так, ну что, по запорожцу пока стоит. Когда время есть, там шлифую, шкурю. Сами видите, я занимался гаражом. Еще погоды нет, на улице холодно. Надо красить, когда, в общем, ну, когда жара, чтобы краска сразу подсохла. А у нас, видите, там дождь, то дождик идет, то солнце. В общем, погода нестабильная. В общем, ждем пока. Надо будет здесь все подварить. Сегодня как то одно, то второе, то гараж, то дом. То в доме ремонт делали. Туда-сюда, огород. А так, в принципе, сегодня вот посмотрел, хоть узнал, есть ли вообще масло в коробке, там, в мосту. Так, в принципе, на сегодня все. Небольшой такой вложик. Завтра, может, строим покатушки, посмотрим. Завтра поеду. Дверь надо будет заказать. В общем, посмотрим, как погода будет. Такой вот небольшой вложик. Чисто так, техническое обслуживание. Завтра буду электричеством заниматься. Провода возьму, свет, все дела. Так что ставьте лайк, подписывайтесь. До следующего видео.